Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство VivoX22S, и сейчас я покажу вам, как сделать скриншот на данном устройстве. Итак, первый способ. Мы зажимаем кнопочку питания и уменьшение громкости. Ой, ну одновременно, не так как я. Вот, далее мы можем также провести тремя пальцами по экрану и сделать скриншот, а также мы можем сделать длинный снимок экрана, то есть что мы делаем? Мы заходим куда-то, где можно, что можно прокрутить вниз, вот даже тоже меню, делаем скриншот любым удобным способом, нажимаем длинный снимок экрана и прокручиваем вниз, у нас этого не получилось сделать, потому что сейчас попробуем еще раз. Зайдем в настройки, так будет проще. Делаем скриншот, делаем длинный снимок экрана, нажимаем вернее, и теперь нам нужно, у нас идет какая-то загрузка, прокрутить вниз, и после чего нажать сохранить. И таким образом у нас получается длинный скриншот. На этом все, спасибо за просмотры, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.